Так называется ностальгия по-настоящему, поскольку мы уже такие люди взрослые, в отличие от вас молодых и красивых. Мы ностальгируем большей частью по тому настоящему, что было раньше, по каким-то жизненным, важным, ценным качествам. Раньше был такой знак качества, он так назывался, знак качества, ГОСТ. Ставили такой на продуктах хороших питания, на всяких вещах ставили ГОСТовские знаки. Сейчас вроде бы тоже на некоторых продуктах оставили, но, как мой сын говорит, вкус все равно не попадается. Вот так и сейчас. Мне кажется, вкус не попадается в отношениях людей. Куда-то мы спешим, друг друга не замечаем, становимся более какими-то корыстными, завистливыми, а не хватает какой-то чистоты и свежести в отношениях. Вот поэтому ностальгия по настоящим жизненным ценностям. Вот об этом проект. Но если говорить о поэтическом спектакле, как вы спросили, он весь в стихах. Он весь скроен из поэзии современных авторов, классики, шестидесятников, Серебряного века. Все там настолько запутано, переплетено, и все это про настоящее, как это ни странно и не парадоксально. И плюс ко всему, или это будет следующий вопрос, но неважно, я все равно скажу, плюс ко всему мы привлекаем сейчас чувашских поэтов тоже. В каждом регионе пытаемся найти лучших поэтов через соцсети, а потом вывести их на какую-то большую серьезную сцену. И поскольку мы выступаем завтра на сцене филармонии, а это очень достойная площадка. Я думаю, что завтра лучшие поэты Чебоксара, Новочебоксарска обязательно предстанут перед большой зрительской аудиторией, а я уже в свой репертуар буду выбирать те стихи, которые мне понравятся.